Всем здорова, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Итак, на этой церкви, короче, где мы вот там вот открыли точку обзора, у нас теперь сказали, есть символ, короче, с истиной, где мы истину должны будем разгадать. Вот. И я тут, короче, поблуждал, ну, за кадром, короче, чтобы сократить время поисков. И я его нашел. Нашел еще здесь перышко было, короче, одну взял. Вот. И вот оно, смотрите. Я искал, короче, кошачий глаз, а тут, оказывается, вон другой символ вообще. Совсем другой символ. Так что я был немножечко неправ. Давайте мы сейчас его посмотрим. Прошлое – длинная цепь случайных событий. Но случайных ли? 64 квадрата. Получить доступ к файлу. Смотри, у нас тут новая, короче, какая-то головоломка, да? Я так понял, каждый раз будет у нас новые головоломочки. Вот смотри. Надо состряпать, короче, картину. В принципе, я думаю, ничего не должно быть ничего сложного. Вот, видали? Иди часть Эдема 2 яблоко. Вот оно. А, смотри, тут не одна, короче, да? Не одно вот это колесико, чтобы крутить. Получается. Давайте замутим сейчас. В принципе, не тоже ничего сложного. Знай, крути. Вот она. У него спрятано за пазухой этого чувака. Наполеон. У Наполеона. У чувака. Это Наполеон, короче, император Франции. 1812 год. Окей, далее. Так, а здесь еще у нас. Погоди, надо как-то, наверное, вот так. Как тут совпадает? Вот так вот, наверное, да? Тут два чувака какие-то. Сейчас мы узнаем, кто это. Тут даже не два чувака. Смотри. Джордж Вашингтон, ё-моё, Соединенные Штаты, 1781 год. Тоже за пазухой, смотри, держит, короче, частицу Эдема. Все правители, короче, да? Смотри, пароль найден. 10352. Окей, смотри, мы раздобыли вторую токенцию, вторую истину. Вот они. Все вместе, если это скручивать, короче, два чела прыгают в какой-то бассейн и нам крупным планом показывают какую-то плиту, круглую плиту. Пока ничего не понятно. Пока ничего не понятно, но будем искать и разбираться дальше. Окей. Итак, давайте отправимся к следующей точке обзора, наверное. Попробуем ее осмотреть, открыть. Может быть, там тоже что-то у нас будет интересное. Может, какие-нибудь допки откроются. Пробежимся по ним. Если нет, то пойдем, короче, по сюжетному фрагменту. Так, это нам куда? Это нам куда-то туда, короче, да? Куда-то на стену, куда-то на крепость, на эту. Еще один бестолковый воитель. Кей, идиот. Там ты, идиота. Идиота, блин. Нашел кого обзывать. Давно клинком в рыло не получал. Так, окей. Смотри, здесь какие-то рабочие поля, что ли, смотри. Что он там пытается? Пытается что-то окучить.
Земля твердая, он там пытается что-то, короче, окучить, там, картошку посадить, что ли. В принципе, я не стал его разочаровывать, что картошка не вырастет в такой земле. Эй, чувак трудится. Раз ему так хочется. А что ты не забираешься-то? Эй, смотри, тут уступ, а ты не забираешься. Ладно, давай здесь попробуем. Так, ну, в принципе, смотри, здесь такой небольшая возвышенность, в принципе. Наверное, небольшой участок карты сейчас откроется. Потому что обзорчик не очень большой такой, смотри. Итак, смотри, страница кодекса у нас здесь появилась. Да? Да, страница кодекса. Так что давайте к ней отправимся, возьмем ее. Это у нас, как я понял, короче, улучшение, какой-то апгрейд нашего оружия. Либо какие-то секретные записи, секретные данные. Может быть, что-нибудь мы сейчас... Ну, не сейчас, после того, как найдем, отнесем это Леонардо, короче, и он нам чем-нибудь апгрейдит, чем-нибудь смастерит. Окей. Так, смотри, это, походу, внизу. Потому что заплывчатая такая страничка на карте. Где-то, походу, внизу надо искать. Проход какой-то. Крестьянам вход воспрещен. Так, крестьянам. Погоди. Кто-то меня там засек. А это, наверное, лучник, е-мое. Он зелье мой, ассасин! Да почему-то не... В смысле? Почему он сразу не бьет, я не понимаю. Я подбежал, я хотел, короче, его просто зарезать сходу, а он что-то... Нажимаешь, он нифига не срабатывает. Так, смотри, там вон стража. Да? А этот клинок я могу взять или нет? Походу, нет. Походу, оружие я не могу брать. Так, стопэ. Как-то надо найти, короче, проход или снова мне насражаться... со стражей, чтобы попасть в этот забавный костюм. Сегодня снова я его уже видел. Да, слышь ты, видел он. Не надо мне сам ты голубок, слышь, а? Не прихерели? Голубок улетел. Смотри, они сюда идут. Так, окей. Ладно, там, короче, смотри, там была дверь. Она где-то немножко в другой стороне от стражников, вон. Надо, короче, как-то, не знаю, спуститься. А, это не дверь, ё-моё. Это нихера не дверь. Опа, смотри, вот, вот с этим получилось. Оп, твою мать. Что ты, беги. Так. Блин, я не успеваю на кнопку нажать, короче, вовремя. Твою мать, ты чё? Почему он убирает эти клинки? Так, один свалил, да? Убежал, испугался. Засал, наверное. Окей. Опять. Неудивительно, когда кругом столько приезжих. Столько приезжих. Так, получено. Отлично. Отлично, мы получили, короче, страницу кодекса. Одну. Одну из. Давайте пока...
пока мы не будем нести это Леонардо, короче. Тем более, я не знаю, где его дом, здесь не показано нифига. Как-то, наверное, торговый с картинами, портной. Как-то он должен быть обозначен здесь, станция путешествий, короче, кузнец. Но у нас пока, смотрите, он нифига не указан, дом. Ладно. Давайте к точке обзора отправляемся. Опять основа. Так, смотри. Здесь у нас значок истины получается. Эспедале деи иноченти. Приют невинных. Это воспитательный дом для сирот и брошенных детей. Построен Филиппо Брунеллески и открыт в 1445 году. Похоже, флорентийцы были весьма любвеобильными людьми, ведь этот воспитательный дом был первым в своем роде в Европе. А обычно брошенных младенцев оставляли чаще у входа. Однако позднее было введено усовершенствование. Вращающийся горизонтальный диск. Детей клали со внешней стороны здания. Диск поворачивался, и подкидыш оказывался уже внутри. А родители же при этом оставались не видны. Некоторые ухитрялись не только оставить своего ребенка, но и заработать на этом. Многие матери подбрасывали детей в приют, чтобы устроиться в него кормилицей. Мальчиков-воспитанников обучали какому-нибудь ремеслу, а девочек выдавали замуж или отправляли в монастырь. Такие дела. Вот такие дела, короче, смотри. Здесь вот на этом, получается, доме должна быть... Должен быть значок. Где-то. Где-то значок. Либо здесь во дворе. Хотя, что мне кажется, навряд ли. Нет. Либо где-то... Это вот здесь. То вполне возможно. Так, там ящик. Ну, окей. Давай-ка возьмем. Денежки нам нужны. Окей. Так, здесь я не вижу никаких символов. Окей, ладно. Допустим. Так, теперь как-то надо забраться наверх. Окей. Значит, где-то наверху, короче, надо смотреть так же, как и у церкви. Посмотрели, в каком-то закоулке, короче. А, во, я нашел, я вижу. Все, четко. Власть не погибает, она переходит от одного к другому. Потомки, получить доступ к файлу, короче. Окей. Смотри, он унес это с собой, найди его наследство. Окей. А, вот так, да. Вот, смотри. Нашли. Частицы Эдема, яблоко. Франклин. Так, это что у нас? Гудини выбирается из пыточной камеры в 1913 году. Короче, у Гудини тоже, походу, был, да, этот... Этот... Шар Эдема. Вот он, частица Эдема. Ганди на соляном марше. 1930 год. Ищем, ищем. Вот он. Все, пароль найден. 14523. Отлично. Окей, что мы теперь здесь имеем? Смотри. Опа. Два чувака прыгают в какой-то бассейн, показывают плиту круглую, да? И потом, смотри, резко переходит в какое-то... Это что? Какое-то здание. Какое-то здание там со шкафами, что ли, с полками, что это? Не могу понять, короче. Почему-то изначально я так подумал, что это какая-то библиотека. Ну, какая она
нахрен библиотека. Окей. А, мы еще не добежали, да, до точки обзора. Ну давай, погнали. В принципе, знаете, когда уже понимаешь, как это все делается, в принципе, это уже не так сложно. Найти, допустим, какую-то частицу там или еще что-то. Ах, ты не допрыгнул, ё-моё! Уровень здоровья, примите лекарство и обратитесь к врачу. Твою мать. Я думал, я допрыгну, короче. Хрен там был. Там доктора надо найти, короче. Чтобы... вылечиться. Карта обновлена. Что у нас там на карте появилось новенького? А, в принципе, ничего. В принципе, ничего. Короче, у нас одна еще точка обзора. Наверное, за сегодня мы успеем с вами и точку обзора выполнить, наверное, и часть фрагмента. Что я думаю... Там тоже ничего не будет. Хотя, фиг его знает. Может, и какой-то дополнительный квест там появится у нас. Ну что, давай, может, прыгнем. Да, давно не прыгали. Погнали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Какая необычайная дерзость. Окей. Чуть на стражников не нарвались, короче. Ладно. Сейчас-то, в принципе, нарываться не очень-то и хочется, потому что у нас ХП вообще просто маломальский. Он опять что-то глаголит. Эй, тебе здесь не место! Хочу! Куда там воткнул, вообще непонятно. Окей, ладно. Пойдет. Так. Вон там возвышенность. В принципе, такие небольшие возвышенности, да, у нас сейчас стали даваться. Далеко, в принципе, лезть не стоит. О, смотри. Перышко. Допрыгну. Опа, отлично. 5 перьев собрали. Уже. Очень и очень радует. Так, отлично. Все точки обзора у нас открыты. Вот. Сейчас посмотрим. Если у нас нет никаких никаких дополнительных тут заданий, то отправляемся, короче. А, смотри, страница кодекса. Ну, в принципе, смотри. Страницу кодекса мы берем, да? Там как раз у нас, смотри, врач. Давайте сразу к врачу отправимся. Страницу кодекса берем и отправляемся к фрагменту сразу. В принципе, все четко. Так. Палаццо Медичи. Так, что это? Палаццо Медичи построен в 1455 году Микеллоццо ди Парделемео. Микеллоццо личным архитектором Казима Медичи. Предполагалось, что здание будет выдержано в традициях гуманизма, превалирующей идеологии эпохи Возрождения. То есть будет привлекать... то есть будет привлекательным на вид. По крайней мере, такова теория. Но на практике у здания вышел весьма устрашающий вид. Да, посмотрите, как этот, не знаю, там. Не знаю, как это назвать, как это.
что это за здание. Если бы его фасад мог говорить, то сказал бы примерно следующее: не подходи, я тебе здесь не место, ты недостаточно важная персона. Внутренний дворик, который видели Медичи и их гости, напротив, совсем не грозный. В нем много роскошных арок, словно на свадебном торте. Он будто говорит: добро пожаловать в рай. На самом деле, Казима Медича одобрил план дворика и отверг первоначальный проект фасада. Брунеллески собирался сделать фасад более привлекательным. Нет, Казима хотел, чтобы его дом стоял крепостью посреди Флоренции. Ну, на крепость это нихера не похоже, короче. Это похоже, больше не знаю, как тюремное здание, наверное, да, как это, или как больница, знаете. Что как-то так. Вообще четко, да? Так, если вы падаете, ну это да, мы знаем все это. Давай-ка мы сделаем вот так. Как думаешь, откуда он? Ё-моё! Вот это да! Вот это да, вот это я попался, короче, вот это. Вот это жестко, так, стоп. Ах ты, застёк! Это был не я. Оо, собрал, короче, чуваков. Ёкаламане! Ёкаламане! Вот это! Вот это не очень-то. О, смотри, там столько стражников. Я тебе сейчас такую норку покажу. Смотри, камнями еще кидаются. Опа! Все, спрятался. Спрятался, ищи теперь меня. Хрен найдешь, я в норке. Я в домике, блин. Так. Все, походу, да? Отлично. Блин, надо ж так было. Видали, сколько, да, собрали, короче, этих стражников. О, зацепился. Отлично. Это радует. А я всего лишь хотел... Быстрее ветра! Да ладно. Я всего лишь хотел, короче, вылечиться. Так. Ладно, там чуваки стоят. Привет. Привет. Ну, привет, как говорится, да? Привет, медвед. Какой странный человек. Да ладно. Подходите, друзья. Все, смотри, лечить 50. Да, я хочу вылечиться. Исцелен. Все, четко. Желаю тебе здравствовать. Спасибо. Салют. Спасибо большое. Так, ну с этими чуваками придется сражаться, короче. А ну, это не... Я думаю, нет. Я думаю, не очень смешно. Получи. Опа, опа. Лови. В висок просто, видали, да? Опа. И второму также в глаз. Давай сюда. Да блин. Не срабатывает. Ох, прям в позвоночник. У него ж ноги, видели, подпрыгнули, когда он умер. Остаточные рефлексы. Отлично, страница кодекса найдена. Страница кодекса найдена. И теперь у нас, короче, смотрите, осталось фрагмент. Фрагментик начала. Давайте отправимся. Давайте пойдем поверху, потому что слишком много стражников, и я еще в розыске, поэтому они слишком сильно на меня реагируют. Как бы, блин, сбросить это вот этот розыск, я вообще не понимаю пока. Или он всегда будет? Да никакой я не наемник. Я как... Ты чё дергаешься? Ты чё? Слышь? Да чё ты? Ладно. Так, окей. Примите мои извинения, сеньор. Да ладно, чё?
Бывает. Долго же тебя не было. Леонардо любит поболтать. Надеюсь, вы не только болтали. Я дала тебе знания, а Леонардо клинок. Осталось только сделать дело. Где мне найти Уберто? Мои девочки говорят, что вечером он будет на показе новой картины «Вероккьо». Это в церкви Санта-Кроче. Присмотрите за моей матерью и сестрой. Конечно, Эцио. Я позабочусь о них. Так, судья, присяжный, палач. Посетите выставку Санта-Кроче, найдите Уберто и свершите над ним правосудие. О, неужели, неужели мы, короче, сейчас захерачим этого толстого судью, долбанного ублюдка? Уберто Альберти, старый друг семьи Аудиторе. Историки утверждают, что этот человек был настоящим святым. Он был прокурором, вел дела убийц, насильников и самых опасных преступников. И не проиграл за свою жизнь ни одного процесса, хотя и был самоучкой. Я взломал базу данных тамплиеров и прочесал ее в надежде найти что-нибудь интересное. И я нашел. Оказывается, Пьеро Медичи, отец Лоренцо, лишил Уберто наследства. И с тех пор тот мечтал отомстить. А тамплиеры пообещали поддержать Уберто. Отец Эцио мешал планам Уберто, и кроме того, Уберто завидовал его влиянию на правительство Флоренции. Что ж, двух зайцев одним выстрелом. После выбора в Синьорию Уберто решил, что его звездный час настал. Вот козел, да, просто месть, месть у этого ублюдка просто зашкаливала. Уберто Альберто, год рождения, 1416, гонфалоньер, исполнитель судебных решений, предатель. Да, надо уничтожить. Предателей мы убиваем. Настигнем Уберто в монастыре Санта-Кроче, короче. Санта-Кроче, короче. Погнали. Блин, по полоту что, никак, что ли? И что он делает? Я пытаюсь найти себе дорогу, короче. Так, окей. Место. Иди ты, уходи. Иди взад, короче, иду. Я ухожу уже. Не надо там ругаться. Вот, короче, смотри, мы походу на месте. Мы походу пришли. Ты снова об этом? Ты перешел все границы, Уберто. Тебе ли говорить о границах, Лоренцо? Не ты ли присвоил титул принца флорентийского? Это неправда. Конечно, ты всегда чист. Как удобно. Что ж, теперь мы знаем, сколь велико твое влияние. Точнее сказать, ничтожно. Это был важный урок для меня и моих союзников. Да, твои союзники, паццы. В них все и дело, да? Остерегись, Лоренцо. Такие речи – путь к ненужному вниманию. Окей. Так, следите за Уберто, не привлекая внимания. Так, не привлекая внимания. А где он? Не привлекая внимания. А куда он ушел? Где я его не вижу? Погоди. Следите, говорит, чтобы не привлекайте внимания. Ладно. Допустим, сейчас мы попробуем, короче, это как-то сделать. Из меня ассасин, знаете. Я уже потерял свою цель, короче. Пошел так настырно. И потерял свою цель из виду. Он свалил. Так, погоди.
Я тебя сейчас так сброшу, блин. Тебе мало не покажется. Так, смотри, вон туда надо. Он, походу, внутрь, да, зашел, я так понял. Что-то я проглядел этот момент до конца. Это невнимательно. Так, смотри. Вечер, Ганфаланьяр. И вам того же. Полагаю, вы веселитесь от души. Да, стараемся отвлечься от этой неприглядной истории с семьей Аудиторе. Подумай только, ведь Джованни был мне как брат. Не вините себя. Кто мог знать, что он задумал такое злодейство? Надо вычеркнуть. Он недостоин того, чтобы о нем знали потомки. Да, я ненадолго оставлю вас. Давай, давай, выходи. Я тебе прикончу, короче. Уберто, уделите мне минутку. Вам хоть всю жизнь, Беатриче. Хера у нее смеха. Расскажите, быть героем. Какой же я герой? Я Гонфаланьер, и мой долг заботиться о том, чтобы Флоренция оставалась оплотом правосудия. Пока я остаюсь у власти, взяточники и им подобные не будут знать покоя. Смотри, сыт в уши просто всем, просто. Надеюсь, Лоренцо понимает это. А все ему, короче, пятки целуют. Лоренцо. Дамы, я еще вернусь к вам. Так, окей, смотри, нам что? Нам надо проследить за ним. Убить, да, наверное, нет? Сейчас убить или когда убить? Я вот не могу понять. А, Уберто, вот и вы. Как раз вовремя я подошел к описанию казни. Простите, но что если вы поймали не всех заговорщиков? Не беспокойтесь, друзья мои. Я уверен, что в заговоре участвовали только члены семьи Аудиторе. А второй сын? Эцио, кажется. Этот мальчишка не опасен. У него руки слабые, а разум еще слабее. Мы поймаем и казним его еще до конца этой недели. Не будем вас задерживать, Убер. Мы просто хотели поздороваться с вами. Добрый вечер, Ганфаланьер. Ну как, вы довольны приемом? О, вы еще спрашиваете? Конечно. Благодарим вас за вечер и за то, что избавили Флоренцию от опасности. Мне всегда казалось, что Аудитория замышляет недоброе. Откуда вообще взялась эта семья? Приобрести такое богатство, такое влияние, и все это за какое-то поколение? И эти их дети со странными именами, от них вечно одни неприятности. Неудивительно, если принять во внимание круг знакомств отца. Он дружил со шлюхами и ворами. Точно. Теперь ясно, что он хотел погубить нас и разрушить город. Все, что мы построили с таким трудом. Но благодаря вам опасность миновала. А что ты там долго будешь болтать? Или мне реально надо тебя убить? Или что? Ну, сейчас, я имею в виду. Мне же сказано было проследить только, нет? Убейте Уберта. Ну, здорово. Говна кусок. Ты бы поступил точно так же, дабы спасти тех, кто дорог. Да, верно. Так и вышло. Да. Око за око. Аудиторы не погибли! Еще остался я! Я! Эцио! Эцио Аудиторе! Че там? Джованни Аудиторе. Этот документ должен послужить свидетельством того, что мне удалось узнать за последние несколько недель на случай, если меня заставят замолчать. Во-первых, ты должен понять, что убийство герцога Миланского – это не просто политическая интрига. Нет, это заговор, в котором приняли участие, помимо прочих, люди из Рима, Венеции, Орли и многих других городов.
К этому письму я прилагаю список, точнее его начало, имен тех, в чьей виновности я уверен. Список далеко не полон, но я собираюсь исправить это как можно быстрее. Однако могу с уверенностью заявить, что в заговоре приняла участие семья Паци. Мы должны быстро допросить Франческо, пока он не подкупил тюремщиков и не вышел на свободу. Если нам это удастся, то мы сможем добавить новые имена в наш список. У меня есть кое-какие соображения насчет того, кто мог участвовать в заговоре. Их деяния несут печать старого врага. Боюсь, что они... На этом записка обрывается. Должно быть, Джованни пришлось остановиться и спрятать ее, когда стража пришла его арестовать. Окей. Ассасин! Эти, что-то еще, да? А, нет? Воу, а это что у нас за... Синие точечки. А, укрытие. А, валим. Стража, короче. Валим. Бегом отсюда. Мне нельзя умирать. Все четко. Мы свалили. Почти. Почти. Надо укрытие найти только. Все будет ништяк. Все отлично. Все отлично. Мы, короче, сделали свое грязное дело. Судью мы захерачили. Вот. Получено письмо Уберта у нас теперь. Получены документы о заговоре. Ну окей. Что-то у нас какая-то фигнюшка еще там была, появилась. Или мы там читали уже. Карта заговорщики. Убил Уберта Альберти. Франческо Пас. А, смотри, тут последовательность какая-то, да? Мертв. Известно. Понятно. Окей. База данных. У нас тут, короче, последняя запись, смотри. А, мне показалось, что-то новое, короче, там открывалось у нас. Вот. Ну ладно, друзья, мы совершили, короче, правосудие, и видос подходит к концу. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, обязательно комментируем, не забываем об этом. Вот. И с вами был Валерий, всем пока, до новых прохождений.